Всем привет, ребят! Ну что, сегодня у нас очередной обзорчик, я думаю, вот такого неплохого героя. Это у нас будет Хрон. Не обычный хранитель, а именно с 9-9 Огненкай, который отражает 50%. Также у него увеличены жизни на 40% благодаря девятке прокачанной. Он прокачан, плюс доспех на нем стоит. Можно, конечно, победный выпад еще плюс отражалку поставить, но смысла от этого никакого не будет. Лучше ему все-таки жизни добавить. Я тестировал его с ракушкой. Сейчас изначально мы его побегаем, потестим, посмотрим с оживой 8, посмотрим, какая у него, сколько у него жизни, что он может. То есть сборочка такая вот у него, сейчас посмотрим, конечно, если у нас Фрей не будет, а хотя если даже будет, вот отлично, Фрейя есть, посмотрим хоть сколько жизни. Но ничего так, 1 115 000, если не ошибаюсь, по жизни неплохо. Теперь поехали поищем расты, где будут герои, которые смогут на хранители сливаться. Так, стрелок. Смотрите на стрелка. Неплохо жизни так у него проседают. Плюс посмотрите, какие отражалки сразу же идут на вертолетике. Конечно, минус то, что он не может включиться. Да, ему тут больше надо отхила, но все равно посмотрите, как герои проседают. Вот второй заходик. Ну, тут, конечно, не вариант. Ну, вольт слился. Однозначно вольт будет сливаться об отражалку. 50% отражалки для такого героя это очень... Так, вот интересно, посмотрим. Ну, вот видели, да, как... А, тут спас. Ворожей спас немножко. К сожалению. Ну то есть Огнекрыл в любом случае будет сливаться, как и многие герои. На героях там, допустим, три героя с отражалкой, и все, и от Огника ничего не останется. Вот отлично, смотрим. А, и тут куча. Тут и Фрея. Да, 1 000 000 с лишним, но как видите, Некрос не особо затащил. Ну это, конечно же, у нас оживо. Сейчас мы попробуем другие варианты. Ой, неплохо было бы на побашке посмотреть. Ну, давай, посмотрите, что с побашкой случилось. Побашка просто улетел. Как и многие герои улетают, потому что, ну, это нереально. Ну, тут ворожей спасает уже. То есть любой герой с отражалкой довольно-таки неплохой. То есть по нем идет и понижение, еще и увеличенное хп. Вот так. Там Фрэнки нас бил, да? Пытался нас Фрэнки бить, и Фрэнки тоже улетел. Ну тут Бугимен. Но Фрэнки однозначно тоже улетает. То есть отражалки вполне хватает. Жизни тоже в принципе хватает. Давайте попробуем немножко другую сборочку. Я не ставлю ему там римку, чтобы включался щит, потому что мы не видим толком отражалки. Давайте потестируем такой вариант, я смотрел. Плюс ракушка. Еще дополнительно 100%. Может нам попадутся те же противники, а может и нет. Конечно, хранитель это не тот герой, который там в PvP силен. Его основная задача это дать баф. То есть ставите ему ремку и вперед. Тут что-то все. Ну, такой вроде живучий. Сейчас посмотрим, что там попроще. То есть он не будет у вас там мега-нагибатором героев. Его основная задача подольше выжить и напакостить. То есть отражалка это самое то для него. Так, ну-ка попробуем тут. Так, ворожей, рогатка. Кстати, интересно.
Смотрите, опять бабашка вроде. А, вот нули пошли. Видите, как срабатывает на нем ракушка? Ну, рогатка. Все равно бабашка отлетел. Только благодаря отхилу спаслись. То есть получается на ракушке нули проходят, что ли? Я что-то не могу понять. Странно очень. Вот, отлично. Нифига себе. Вот это он отжигает, ребят. Ну, как видите, у него урона. Нифига себе. Жесть. Башка и Ронин, кстати, вот если такого хранителя поставить в деф, и Ронин на нем будет однозначно сливаться. Так, сейчас поищем еще каких-то. Пойдем дальше по локациях тестировать. Ну, не знаю, мне нравится. Это интересный вариант, особенно на PvP локации. Ремочку рунами, и в любом случае у него и жизни побольше, и на нем будут сливаться. Так, тут Фрейка. Как бы нам подлететь. Так, ну тут стрел. Посмотрите на стрелка. Минус 50% сразу же. Вот еще минус пошел. Анубиса, смотрите. Все, стрелок, до свидос. Офигеть. Просто офигеть. Честно говоря, я немножко в шоке. Да, его сейчас тут сольют, но его бьют. Посмотрите, сколько героев. Жестко. Сколько он продержался. Офигеть. Круто. Да, такая сборочка смотрится очень даже ничего. Хорошо, поехали посмотрим на экспедиции. Тут у нас, в принципе, герои веселые будут сейчас. Так, где там мой хранитель? Вот он. Так, блин, ну тут Фрея. Фрея он однозначно не затащит. Вот жалко, тут Афинка не с водушкой. Так, окей, поехали. Афина должна тоже сейчас просто отлететь, если она включится. Вот она включается, смотрите внимательно. До свидос, Афина. Так, ну череп, наверное, снесет. Череп, да, череп сейчас нас ушатает. Ну, Афину утащили. То есть такие герои будут улетать только так, об отражалку. Так, что тут у нас? Тут у нас тоже не особо серьезное. Ну, попробуем. Сразу же какие отражалки идут, офигеть. Ну, обратно же опять череп. Ну, посмотрите, сколько мы героев слили. Это просто жесть. Плюс доспех еще вокруг бьет. Мне это нравится. Так, хорошо. Кто у меня тут еще есть такой интересный с отражалкой? Давайте Асурика попробуем. Плюс Хрона. То есть тут отражалки, тут однозначно все улетят. Так, ну тут его сейчас... Вот смотрите, по 160 тысяч просто доспех выдает. Жестко. Забор удобно ломать. Так. Блин, везде с черепами раста. Так, малышник. Малышник пятую часть от жизни потерял. Так, немножко не туда он летит. Ну ладно.
Давайте перезаходим и сделаем, что мы будем ждать. В общем, не знаю, такая сборка, ремочку рунами ставить. Будет вам счастье. Посмотрим. Вот все, кроме черепа. Посмотрите на отражалки. Это просто жесть. Опять же, у нас нету смотрителя. Ну, тут череп затащит однозначно. Но все равно это очень круто. Просто убивается бегущий. Точно так же Некрос, Вольт, там, Огник. Любой герой сможет убиться. Ну, Фрея, конечно же, один на один затащит, я думаю. Но если он подойдет вблизи, то есть шанс. Вот. Конечно, отражалки тут, блин, жестко. Просто капец. Просто сказали всем до свидания. Так, ну тут, наверное, нас уже подсольют. Ну, хотя бы посмотрим на отражалки. Конечно, нравится мне. 316 тысяч обратка стрелку сразу же прилетело. Офигеть. Минус стрелок. Посмотрите на Некроса. Вот это, конечно, круто минусуется героя. Да, его сейчас тут сольют. Блин, ну чё, круто. Такая отражалка, конечно, неплохо смотрится. Так, забыто, я не знаю, у меня тут нету попыток. Две попытки есть. Давайте. Сейчас на ком там. Это Пероникс. Сейчас поставим сюда. Ай. Еще и третью команду взял, блин. Ну ладно. Надеюсь, эту мою сольют сейчас. Ну слейте. Печалька. Ну ладно, уже досмотрим. Будет еще одна попытка у нас. Таурник его не тащит, Эфрея. А не затащат. Ну, затащите. Да, затащили. Отлично. Так, ну смотрим, на чем мы там сейчас сольемся. Блин, вот Лида Феникс помешал. Ну, неплохо просели. Мне понравилось, честно говоря. Там герои практически попроседали. Так. Ну, на арене, думаю, смысла нет вам его показывать. Для арены, в принципе, подходит, но... Ну, давайте, может, найдем, где будут все вместе. Ой, блин, жалко, бабулька не там. Сейчас попробуем бабульку, на бабульку затащить. Посмотрим. Не, смотрите, бабулька выживает. Живучая. От хила хватает. Вот так вот. Ну, что я могу, ребят, вам сказать? В принципе, смысл девятку есть сделать. В любом случае, хрон получается неплохой. Давайте еще разок попробуем. Мы берем вот это и поставим сюда, например,
Давайте поставим вот так. Еще плюс 20%. Поехали обратно же на арену. Вот интересно посмотреть, что сейчас будет. Я все равно бабулька, как видите, ну там от хила хватает. Не проседает она так, как хотелось бы. Так, а ну-ка, просто забежим. Понабивали этих ледофениксов, зачем они вам? Что не раз, то ледофеникс стоит, ну, ужас просто. Да вижу дырку. Посмотрите. А, это у меня, говорю, посмотрите, думаю, что за фигня. Все так просели жестко. Была у нас командора немножко не то. Так, вот Огник, Бугимен. Вот, отлично. Может, тут хотя бы не буду так заряжаться. Сейчас посмотрим. Вот, смотрите, как сливается накрас. По чуть-чуть, по чуть-чуть. Ну, конечно, тут отхил, видите, идет сразу. Но посмотрите. Проседает он отлично. Ну, интересно, сколько у нас... Хотя мы сейчас не увидим, сколько тут жизни. Хотя бы, может, увидим по ударам Фрейи. Ну, где-то... Блин, не знаю, где-то... Лям 200, лям 300, скорее всего. Ну, в общем, в любом случае ему отражалка, вот этому герою. Вот, кстати, Афинка есть отлично. Смотрим на Афину. Она не умерла. Ну, у нас Фрейя слила. Не заметил я Фрейю. В общем, ребят, такой вот герой, не знаю. Мне, честно скажу, с одной стороны нравится. Чем нравится то, что... Действительно хороший получается и деф, плюс отражалка, плюс еще сверху 40% жизни. Огник, я думаю, что наслили, у нас же шпак стоял. Вместе с этим пачки, допустим, там восьмерка нормально была, но девятка это еще вам дополнительно дает преимущество. То есть вы имеете еще плюс 40% жизни, для хранителя это немало. Так, где там наши виталбуны? То есть вариантов прокачки много есть, но если у вас есть ремка рунами, то огненка самое то для этого героя. Сейчас посмотрим как. Вот 250 тысяч стрелок сразу же получает обратки. Если вот так вот один на один выйдет, то стрелок сольется. То есть он от обычных ударов просто просядет. К сожалению, тут уже нету таких у нас раст. Так, ну вот вроде интересно. Давайте посмотрим. Блин, ну тут Фрейя есть. На Махатме попробуем. Ну, Махатма, видите, себя отхиливает. Махатма не убивается почему-то, хотя очень странно. Должна, по идее, проседать хотя бы, но не проседает. 50% обратки. Ну, вот опять стрелок. Минус, минус, минус. Вот хрон на хрона тоже интересно посмотреть. Вот посмотрите, как чудесненько. В общем, вот так вот, ребят.
такая вот темка у нас появилась, не знаю, пишите комменты, что вы думаете, однозначно это лучше, чем восьмерка. Восьмерка круто, но посмотрите, сколько у нас жизни. 600 под 700к плюс, давайте вот берем просто, я не знаю, это надо где-то тестить так, чтобы потом резнуть можно было деревом. Ну, герой получается очень приличный. Пишите комменты, что вы думаете. Подписывайтесь, как всегда, лайки, репостики, кого вы хотите увидеть. Всем удачи, всем пока.